Всем привет, ребята! С вами я, Лондис Геймер, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Запись началась. Погнали. Мы выходим из шахты. Ребята, это третья часть. Я с Эмилем, но он не может играть в Майн, потому что у него родительский контроллер. Я записываю как могу летсплей по Майнкрафту. Вот следующее видео, ребята, точно по Банбану. В Роблоксе. Эмиль. Да, Эмиль, скажи, что следующее видео у нас точно по Банбану в Роблоксе будет, да? Да, а потом по Дорсу. Да. Так, ребята, что будем добывать? Опять да. Эмиль, кстати, ребят, Эмиль прошел Дорс. Да. Я понял, как это. Мы сейчас чуть-чуть, даже не поиграли. А на секунду зашли в Дорс, и он такой супер хард мод создает. Да, ты просто выходишь по мне, такой хард мод. Чё, железо? Я железо нашел, ребята, не зря. Чё, подожди. Мне зашло. Серьезно? Да. А как мне добыть? Во. Я смог добыть. Еще? Окей. У меня есть три железа, ребята, Победа. Что тут есть еще в этой шахте? О, магма. А я магму нашел. Железо. А я нашел магму. Я в том же мире, в котором я и выживал. Ничего. Да, то есть. Может, не такое. Ребята, сейчас идем за дверьми. Где дом? Где мой дом? Где мой домик? Я помню, я сюда через речку. Я в креатив, наверное, сейчас могу. А я в выживании. А я в хардмоде. А я в выживании. А так, ребята, ставьте лайки, если вы тоже запомнили, где мой дом. А я нет. Ну, если вы запомнили, где мой дом, а я нет. Видео вчера я свое новое смотрел. Какое? Не помню, как оно правда называется. Ну, типа, играю вот это, ну, игру, там, то, про мяч и еще один про мяч. Да? Ссылки на эти две игры. Нифига себе, я спасал павлинки в канале. В канале? Да. Железо есть, кубы есть. Самое главное дерево надо. А я свой дом не могу найти. А где? Ты там в Дорс играешь?
Да не, я свой дом не могу найти. На записи увидишь. Ребят, найду, включу. Ребята, фух, я еле отыскал свой дом. Конечно же, не выживание, я летал. Искал. Ну как можно выживание, блин, найти его? Ребят. Вот она. Вот эта пещера. Конечно же, я не буду. А блин, ставься, дверьки. Ребят, это правда? Пишитесь, если да. Ладно. Подпишитесь на Эмиля. Это Вели Эмба. А его имя Эмиль. Или Еми. Он тоже играет в Майнкрафт, как и я. А ребята, еще напишите в комментариях, как мне назвать. Еще я в душ играю. Да. А еще, ребята, напишите в комментариях, как мне назвать свой YouTube канал. А то Ondis Gamer мне не очень нравится. Давай, отпускайся. Я скоро на что? А у меня есть... Давай, поднимайся. Поднимайся, челик. Чего, блин? Я упал. А, блин. Пошел искать дальше железо. Все, нету, быстро идем. Наверх! От винта! Быстро! Опять! Вот я пришел где-то оттуда, ребят, я... Все, у меня уже есть. Знаешь, сколько железа? А сколько? 11. А у меня 10. Но там сундуки еще есть. А нельзя просто его заблокировать? Ребята, опять будем делать ся-ся-ся? А, не, вон он дом. Ребята, уже, думаю, конец видео. Не, пока что еще 2 минуты, по-моему, где-то можем. Потому что у меня запись идет. Только вы знаете, сколько. Все, я железо переплавляю, хорошо. Да. А может иметь? Нет. 10. А я пока пойду, ребята, в свою шахточку. Не, я пойду посплю, а потом в свою шахточку. Все, у меня есть 5 железа, я могу скрафтить. Так, ребята, выживание продолжается. Закрываемся. Пойдемте копаться. Ребята, я думаю, я пока буду выживать, сниму 3 части, может. А может, также 2. Ура, у меня есть уголь! Что мне делать в Майнкрафте? Сами мне...